Две стародавние картины, знойденные супрацовниками Гомельской мытни в пункте оформления Тируха. Одна из них, как меркуется, является оригиналом твора Алексея Саурасова. Пакет с написанными Алеем картинами нашли у технику Киев-Санкт-Петербург за холодильником у купе проводника. По заключению эксперта мытной лаборатории, одна из живописных работ належит пензлю русского пейзажиста 19-го стагодия Алексея Саурасова. Ее рыночный кошт складает каля 40 000 долларов. Автор другой картины початку 20-го стагодия русский мастак Виктор Зарубин. Ободва творы мастацтва относятся до категории культурных каштовностей. Гомельская мытня проводит проверочные мероприемства.